Здравствуйте. Меня зовут Ирина Шайдова, и сегодня у меня раз, два, три, четыре, пять. Пять посылок с сайта AliExpress. Посылки разные, с кристалликами и с фурнитурой. И давайте быстрее приступать. Посмотрим, что же мне пришло. Так, начну, наверное, вот с этой посылки, потому что, возможно, кому-то это надо, возможно, не надо. Смотрите, какие пчелы у меня есть. И сколько у меня их много. Вот, куда мне эти пчелы? У меня есть мастер-класс на канале «Брошь жук любимый», где я делаю шаблон именно вот по этим пчелам. Также я собираю коробочки для этого мастер-класса, но мне надо было не для этого. Я должна была ехать на фестиваль в Румынию и проводить там мастер-класс именно вот этот с этими прекрасными жуками. И я должна была делать коробочки, и вот именно для тех коробочек в Румынию я купила все эти аппликации. Но в связи с коронавирусом все это отменилось, и пчелы остались, а Румыния закрылась. Вот, ну ладно. Что касаемо вот этих вот аппликаций. Аппликации очень хорошие. Они с клеевой основой, и если вы куда-то положите это на одежду, прогладите утюгом, то эта аппликация останется у вас на одежде. Но я брала совершенно для других целей. Я уже вам как-то показывала в одном из своих мастер-классов, что я обрезала вот эти черные поля у этой заготовки, и оставался такой красивый жук красивой формы, который я обводила и использовала как шаблон к броши. В общем-то, ну вы поняли, да, чтобы не было лишних вот этих вот расширений ненужных. И также, когда я только начинала делать броши и не понимала особо, как их делать, я просто вышивала на этой аппликации, сразу пришивала сюда кристаллики, бусинки и бисер, и потом просто делала задник сразу к этой аппликации. Так тоже можно поступать. Единственное, что вот этот клей, возможно, его можно и снять, я не знаю, я не пробовала. Но вот этот клей, он не дает такого легкого хода игле. Да, чтобы вот это вот проколоть, надо все-таки приложить какое-то усилие. Не так это легко делать. Вот. Но, тем не менее, для тех, кто только начинает, можно попробовать и так. Пришить один кристаллик, второй, бусинки, вот здесь расшить бисером и все, поставить заколку и сделать брошь. Хорошие аппликации, недорогие, и их можно купить, по-моему, по одной штуке. Это я просто взяла, мне надо было такое количество. Так, с моими жуками все. Следующая посылка. Эту убираем. Следующая посылка. Это, по-моему, Дорин Битс, который small пакет, где помалу всего. Есть магазины для тех, кто не очень хорошо ориентируется. Есть магазины, где продаются большим количеством все, а есть где маленьким. Вот это, по-моему, маленьким, потому что, видите, вот так вот мало всего. Что я здесь покупала? Я покупала укрывные бусины, вот такие очень мелкие, черного цвета. У меня такого размера нет, есть покрупнее, а мне надо были такие совсем миленькие. Так как когда делаешь бусы и браслеты, нужны разные размеры. И в этот раз я заказала вот такие. Так, что здесь написано по размеру? В общем, ничего не вижу я. Что, 30 штук я вижу, да? Больше ничего не вижу. 2-3 миллиметра, наверное, написано.
вот черного цвета. В этом магазине можно посмотреть разных размеров и разных расцветок, и под золото, и под бронзу, и под серебро. Мне нужны были черные. А под бронзу я взяла вот такие вот, не знаю, элементы. Они тоже для бус и браслетов используются. Единственное, что я не знаю их название. Здесь 150 штук. Это очень много. Это называется на всю оставшуюся жизнь. Не знаю, кто-то говорил, что это называется скуфейка. Насколько это скуфейка или не скуфейка, я не знаю. Вот, это тоже делается для того, чтобы держала ювелирный тросик. Ювелирный тросик просовывается в вот это вот отверстие. Одевается какая-нибудь бисеринка или маленькая-маленькая бусинка. И назад ювелирный тросик уходит, и скуфейка это вот так вот закрывается, и вот эту уже петельку можно цеплять на замок, вот эту, ой, что-то она магнитится, посмотрите, послушайте, она магнитится, ничего себе, она магнитится, а что она магнитится, очень странно. Вот это можно цеплять на замок, а сюда уже ювелирный тросик пошел с бусами. Иногда надо именно такое крепление. По качеству они хорошие, видите, такие ровненькие, красивые. Также я еще купила филиграни. Филиграни я покупаю часто. Я очень люблю их использовать в вышивке. Фрагментарно или целиком. Иногда ставя на задники. Иногда на лицо броши. Вот таких у меня еще не было. Такой формы и такого размера. Что по размеру, сейчас я вам скажу. Сейчас линейку возьму. Так, по размеру. 5,5 на 4. 5,5 на 4. И всего 4 штучки в упаковке. Тоже кому не надо много, очень хороший вариант. 4 штучки, да, 4. Тут так и написано. Так, и еще я купила вот такие. Даже я не знаю, куда они мне нужны. Но уж такие они красивые, что я не могла их не купить. Элементы, это какие-то соединительные элементы. Где я их буду использовать? У меня пока никаких мыслей нет. Но они очень красивые. Просто очень. Смотрите, какие. Настолько хорошо прорезано вот это вот все. И они двухсторонние. И мало того, они даже вот с этой стороны резные. Видите, где-то их надо обязательно использовать. Сделать какую-то красоту. Напишите, куда можно такие использовать. Ну, в принципе, те, кто со шнурами работает, да, можно шнур вот сюда зацепить, да, как коннектор. Вот сюда тоже какие-то элементы подвесить. В общем, пока у меня только такие мысли, но это все может измениться и что-нибудь придуматься красивое. Можно как рамочку использовать даже, да, в вышивке где-то. Вот. Вот я вам поближе показываю вот такие розы какие-то античные и двухсторонний элемент. По размеру. Так, размер. Я все время забываю говорить размеры. Так. По размеру 3. 3 на 3. Да. 3 на 3. Несмотря на то, что он кажется таким овальным, да, вот эти все-таки элементы, они берут на себя размер тоже. В общем, 3 на 3.
у меня вышло. Но, возможно, перейдите по ссылке. Я оставлю ссылку, как всегда, в конце видео. И посмотрите еще раз размер все-таки повнимательнее. Так, вот такой магазин, где совсем чуть-чуть. Насколько помню, это был Дорин Битс. Я тоже в нем заказываю. Там несколько магазинов с фурнитурой. Еще один магазин с фурнитурой. Вот такая посылка. Так, я здесь заказывала вот такие, что это? Заколки для броши. Вы видели, что я делаю такие заколки. У меня есть и мастер-класс на канале с такими заколками. Единственное, что мои заколки не были с такими бусинами. Так, что я купила? Давайте посмотрим. Вот эти под золото. Такие же длинные под серебро. По 10 штук в упаковке их. И вот такие коротенькие. Не знаю, будет ли удобно то, что они такие коротенькие. Вот видите, насколько они короче. Так, по длине. Те, которые длинные. Семь с половиной, да? 7,5 сантиметров. А те, которые короткие, 5 сантиметров. 5,5. 7,5, 5,5. Вот эти, которые короткие, они прям значительно кажутся короче. Не уверена, будет ли удобно или не будет, или наоборот будет очень красиво. Но когда у тебя, так как у меня таких не было заколок, когда у тебя приходит новый материал, у тебя сразу развивается фантазия, что еще можно сделать с этой формой. Возможно, я вообще не брошу, еще что-нибудь сделаю. Так, вот эта игла. Наверное, надо попробовать. Так, вот игла, и давайте попробуем вообще, как она колет, не колет. Так, ну она колет, но так, не очень хорошо, скажем так, она входит. Надо приложить усилия. И вот так вот она должна вкалываться. Вот этот шарик одеваться. И вот здесь должна быть аппликация, брошь какая-то. В принципе, это интересная, красивая задумка. Надо только посмотреть, как будет сидеть эта брошь, удобно или нет. Но мне кажется, что вот эти короткие даже, может быть, еще удобнее, чем вот эти длинные. Ладно, попробуем что-нибудь с ними сделать. Еще были, по-моему, такие шарики под золото. Но я вот взяла только под серебро. Потому что в этой форме я не уверена. Так, а вот такая форма у меня уже была. И размер такой был. Единственное, что у меня не было вот этого шарика на конце. Вот так. Тоже он одевается, снимается. Сюда делается брошь, крепится на эту площадку, также вкалывается. Но хочу сказать, что иглы, ну, они не тупые, они острые. Если я вот пальцем трогаю их вот так, они острые. Но не как по маслу, видите, они входят. Не как по маслу. И вот такая брошь, куда-то на лацкан пиджака, да, пальто получится. Не знаю еще, пока не работала я как бы именно с такими. Это надо какие-то элементы делать, да, вот здесь вот
под жемчуг что-то, чтобы перекликалось вот с этой бусиной. Не знаю, удобно или нет. Заказать заказала, но надо попробовать. Надо попробовать. И еще, смотрите, вот одну я открывала. Я, в принципе, все проверила, все нормально. А одна у меня вот так вот вышла. Видите, крепление вот это. Но я подклею на клей. Такой супер момент. Вот туда вклею. Я думаю, что это, в принципе, можно исправить. Но, тем не менее, показываю, что такой момент я заметила. И еще один момент. Так, вот эти серебряные и вот эти золотые. Мне кажется, что серебряные, сам вот этот пин, он жестче. Возможно, мне это только кажется, я не знаю. Но все серебряные у меня были идеально ровные, а золотые, мне кажется, вот они немножко кривоваты. Видите? Не все, две заколки, по-моему, были кривоваты. Вот это. Вот. Ну и когда я их держу, ну может быть, это, знаете, вот как бы такое ощущение, потому что вот так вот вроде как они и одинаковые. Но в серебряных не было кривой, а в золотых было две кривых. Вот это вот. Так, все, давайте с заколками все. В принципе, интересные варианты, фантазия сразу развивается, что-то еще хочется делать, быстрее, быстрее еще что-нибудь делать. Так, еще я взяла мемори проволоку, взяла ее вот такого красивого очень цвета, это и не бронза, и не золото. Цвет очень красивый, но размер, если честно, я перепутала. Я была уверена, что беру большой размер, но она 0, по-моему, 8 миллиметров, то есть она не, как его, не очень жесткая, она тоненькая, видите, такая. И я хочу попробовать прямо на этой мемори проволоке попробовать сделать колье. Вот выпрямится она так, как мне надо, или нет, чокер, не колье, чокер. Вот, может быть, я как бы наоборот буду довольна ей, потому что мне кажется, так как она вот такая податливая, может быть, и будет вот так вот хорошо, что я так сделаю. Вот так, да? Вот она тоненькая. Я специально брала тоненькую, потому что толстая миллиметровая у меня есть. Кстати, я люблю работать с миллиметровой. Я вам, кстати, сейчас покажу один из своих чокеров. Вот. Вот это кулон. То, что мы говорим про филиграни. Как можно филиграни использовать. Всяко-разно. Как хотите. Вот такие вот, видите, коннекторы самые красивые тоже можно использовать. И шапочки. Вот. И вот эти все чокеры я свои делаю на миллиметровой проволоке мемори. Мне очень нравится вот эта миллиметровая. Я слышу, что многие говорят, что она толстовата. Я не знаю, мне наоборот нравится, что она вот так хорошо держит форму. Вот. И тут вот у меня африканский агат, перит в основном. Такой чокер тоже как бы богатый. Богатые, красивые хрустальные бусины. Вот такого красивого. Там оливковый цвет и малиновый. Ну и, конечно, украшение этого чокера. Это авторский кулон. Когда я его делала, я также снимала мастер-класс. Наверняка он уже на канале. И еще я в этом магазине заказала вот такую цепочку золотую. Видите, какая она крупная. Крупная. Мне эта цепочка надо
для одной задумки, пока не буду вам говорить. Если сделаю, обязательно вам покажу. Она очень-очень легкая, она просто невесомая, эта цепочка. Не знаю, как она будет в носке. Не знаю, будет ли она темнеть или что с ней будет делаться. Я такой цепочки не заказывала. По виду она очень красивая. Цвет золота тоже такой. Не вырви глаз, очень приятный. И по размеру мне то, что надо. И это была, по-моему, одна из самых крупных, если не самая крупная. Но точно помню, что там были еще мельче цепочки такие. Вот, очень красивая. И по, не знаю, 2 метра, наверное, или 2 ярда. Не знаю, я оставлю ссылку, посмотрите в описании сами, если кого-то заинтересует такая цепочка. Вот все, что пришло из этого магазина, я заказывала первый раз. И заказывала там именно вот из-за таких заколок. А потом просто походила, посмотрела, что бы мне еще там хотелось бы купить. Но, в принципе, все, что пришло, мне все подошло. Так что этот магазин тоже можно взять на заметку, потому что, как правило, знаете, я вот заказываю Дорин Битс, я вот этот вот люблю, я там заказываю. Многие пишут, конечно, нарекания, но там столько покупок у продавца, конечно, может что-то где-то быть, проколы какие-то. И если есть какой-то товар, который есть у знакомого продавца, я заказываю лучше у знакомого продавца, у которого уже что-то покупала и к которому у меня есть какое-то доверие. Но вот видите, часто бывает такое, что заказываешь в новых, и этот новый тоже оказался неплохой. Второй раз уже мне будет морально гораздо легче у него что-то заказать. Так, еще одна посылка, тоже вообще необычная для меня, я такое заказываю редко, но тем не менее, видите, я тоже поддалась на вот эти красивые картинки, потому что сколько бы нам ни было лет, мы все равно остаемся девочками. И все равно хочется какую-то такую милоту, да, приклеить куда-то на коробочку или на пакетик, когда ты посылаешь. И вот такие наклейки, здесь их много. Видите, но они разные. Так, вот такой вид я купила. Так, еще я столкнулась с тем, что обязательно проверяйте размер наклеек, потому что я увидела красивые, положила их в корзину, и только перед тем, как оплатить, вдруг обратила внимание, что они очень маленькие. Да, вот, поэтому обращайте внимание, вот эти наклейки 3 сантиметра в диаметре, а есть там и 1,5 сантиметра, и 2 сантиметра, ну и 2,5, в общем, разные. Обращайте внимание, какие надо вам. Здесь вот такие рисунки, 1, 2, 3, 4 вида, 4 по 4 и вот несколько листов. Так. Вот этот, мне кажется, я не заказывала. Он, наверное, как-то сюда попал сам с собою. Потому что он, видите, внутри вот этих вот лежал. До следующего Нового года будет у меня. Я, кстати, такие наклеечки покупала в рукодельном магазине у нас в городе. Но там гораздо дороже выходит. Там можно купить вот так по одной штучке. Вот, и я решила, что я куплю вот так, потому что все равно люблю куда-нибудь приклеить, так хочется, чтобы человек, когда получил украшение или материал, или коробочку на мастер-класс, и чтобы там была какая-то наклеечка, мне кажется, что это приятно. Вот, и вот здесь тоже, видите, здесь уже много разных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 разных расцветок. И тоже вот так вот их здесь много. По качеству хорошая печать, вот по качеству очень хорошая. Я уже несколько наклеила.
Так, и еще я там купила, очень мне понравилась вот эта моя покупка. Это вот такие планшеты для сережек. Там, кстати, тоже есть разных размеров, смотря на что надо вам. Я купила вот такие черные, вернее, они, знаете, какие? Они темно-темно-графитовые. На них очень хорошо смотрятся сережки для фотографий. Также можно высылать покупателям эти сережки на такой планшетке, да, положить еще в пакетик какой-то, и уже красиво, не просто так они лежат. Единственное, что здесь по одному отверстию на каждую сережку сделано. Видите, сейчас я их вот. А как правило, вот, допустим, у меня в основном все серьги с английским замком. Я просто шилом проделываю вот здесь еще два отверстия и полностью вставляю туда серьги. Очень хорошо смотрится на этой планшетке, и я брала такой размер, который подходит для удлиненных сережек, потому что там есть и для коротеньких, и для цепочек, ну, в общем, и для колец разные есть. И сейчас скажу, что по размеру. Так. 4 сантиметра на 9 сантиметров. И если вы посмотрите мой инстаграм, я иногда фотографирую или видео снимаю вот так вот уже одетыми на сережки на вот эту планшетку. Очень удобно. И я сейчас даже думаю, что может быть там еще какие-то надо заказать. Отвлекли меня. Немного не помню, на чем я закончила. В общем, очень хорошая картонка, плотная, которая хорошо смотрится на фотографии и удобна в использовании. Поэтому я 100% могу вам посоветовать. Здесь много их штук. Вот прям видите, это только один слой, еще один есть. Их много, но вот я уже не знаю, я уже, наверное, штук 20 точно израсходовала. Очень удобно. И также у кого есть магазин, да, можно просто на этой планшетке поставить сережки. Тоже красиво. Ну и есть, конечно, вот это вот отверстие, куда можно их, да, повесить. Кому надо. Но я иногда даже вот отрезаю вот это отверстие. Мне оно не сильно надо. Вот. Приятный такой магазинчик, именно, знаете, с наклеечками, с упаковочкой. В общем, интересный. Так, и остались у меня только кристаллики. На этот раз я покупала большие крупные кристаллы 18 на 25 сантиметров. Это недорогая покупка, это дешевые кристаллы. Конечно, каждую надо смотреть, проверять и где-то, возможно, поджимать цапы. Но сидят они в цапах ровно, хорошо, не шатаются. Какой еще посмотрим. Красные я брала в золотых цапах, а вот эти два цвета я брала в цапах под серебро. Вот такие три расцветки я купила. Я такие размеры использую часто для жуков. Такой крупный кристалл, который идет основной, а потом нашивается все уже отходя от этого кристалла. Это кристаллики такие, которые без всяких свечений дополнительных, совершенно простой красный, вот этот фиолетовый такой и бирюзовый кристаллик. Все три расцветки яркие, красивые. Приходят вот таких вот они в лоточках. И каждый лоточек одевается в целлофан. В принципе, я так и храню их. Это удобно. Не так много места они занимают. Вот такие покупки у меня были. Все ссылки, как всегда, под видео.
Желаю всем приятных покупок и вдохновения. А на сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Всем всего доброго.